Областная филармония в очередной раз порадовала североказахстанских зрителей. На концерте с участием петропавловских музыкальных групп, автобус и Азия Саунд звучали хиты 80-х годов и музыка наших дней. Им аплодировала и наша съемочная группа. Вот с такой зажигательной песни «Shocking Blue Venus» начала свое выступление группа «Автобус». Зал аплодировал восторженно. В таком формате с участием городских музыкальных коллективов областная филармония проводит очередной концерт. Концерт называется «Музыка и песня». Выступают две очень популярные группы нашего города Петропавловск. Первая группа называется «Автобус», очень талантливые ребята. И вторая группа «Азия Саунд». Они играют очень популярные песни от 80-х хитов и до сегодняшних дней. А это уже знаменитый хит 2006 года группы «Город 312 «Останусь». Солисты группы «Автобус» исполнили ее необычно. Кавер в сочетании высокого голоса вокалистки Ксении Ходиной и баритона Александра Пашкова в итоге заслуженные аплодисменты. Сегодня мы исполнили 13 песен, в нашем репертуаре, конечно, гораздо больше, около 80. Прозвучали известные исполнители поп-музыки, рок-музыки. Это группа «Звери», это Георгий Лепс, это Жанна Фриски. На сцене все довольно-таки легко, и еще легче, когда идет отдача от зала. Самая такая сложная наша песня, она у нас одна из самых старинных в нашем репертуаре. Это песня «Города 312 «Останусь». Тяжело в том, что в исполнении, и порой, когда ее исполняешь, почему-то сразу наворачиваются слезы, потому что она очень грустная песня, и поэтому приходится как-то держаться, чтобы спеть ее. В этот же вечер на сцене блистали еще одни петропавловские звезды группа «Азия Саунд». В их исполнении звучат самые разные песни на английском, казахском, русском языках. Все это хиты разных лет. Особенно понравилась зрителям следующая музыкальная композиция. Дуэт «Домбры и скрипки» – настоящая изюминка концерта. Композиция сложна тем, что главное сыграть, выдержать характер. Восточная, этническая музыка. Новшество то, что скрипка, соединение скрипки и домбры как европейской культуры и народной казахской восточной культуры. Зрители покидали зал в отличном настроении. Очень хорошие песни запомнились, 80-х. Современные тоже понравились, хороший голос. Я рада, что у нас такая продвинутая молодежь. Талантливая молодежь. Мне очень нравится группа «Азия Саунд», и их песни мне тоже очень нравятся, потому что они очень классные и позитивные. Денис Севков, Владимир Боровков, новости МТРК.